Всем привет, с вами Стас, и пришло время для новогоднего поздравления, но, по-моему, что-то опять не так. Я уже начинаю догадываться, что, потому что я в который раз делаю одну и ту же ошибку. Сейчас, секунду, мы все исправим. Вот так стало гораздо-гораздо лучше. Итак, дорогие подписчики, дорогие зрители, дорогие битмейкеры, поздравляю вас с Новым годом. Огромное вам спасибо, что продолжаете меня смотреть. В этом 2017 году, который подходит к своему концу, на моем канале стало зрителей больше практически в 2.5 раза. То есть это очень много, очень большое количество новых зрителей. Большое спасибо, что вы смотрите и ролики стали набирать больше просмотров. Я постарался для вас сделать в этом году более интересные, более качественные ролики, чем в прошлом. И в новом 2018 году я приложу все возможные усилия для того, чтобы делать ролики еще более крутыми, еще более интересными, и делать еще более крутые курсы, и придумать что-нибудь еще новенькое, чтобы сделать вас еще более крутыми битмейкерами. По крайней мере, сделать все, что зависит от меня. Ну и вы не забывайте, что по большей части все зависит от вас в вашей жизни. И поэтому я желаю вам в новом году подниматься на новые высоты, на новый уровень любой деятельности, вне зависимости, какой деятельностью вы занимаетесь, будь то битмейкинг или что-либо другое. Я желаю вам достичь в этом еще больших успехов, чем вы достигли в 2017 году. И самое главное, не останавливайтесь, потому что тот, кто останавливается, тот, кто не развивается, к сожалению, отстает от безумного мира, который с каждым годом все быстрее и быстрее несет в будущее. 2017 год не для всех прошел идеально и гладко, но идеальных годов не существует, и поэтому помните то хорошее, что произошло в вашем 2017 году, и возьмите это с собой в 2018 год, а все плохое можно оставить в этом уходящем году. И поэтому я желаю вам не останавливаться на достигнутом, двигаться только вперед, помнить о том, что вас окружает, то хорошее, что вас окружает. Заходите на мой канал, не забывайте обо мне, смотрите мои новые видео. В свою очередь я постараюсь делать их еще лучше и делать их еще интереснее, как и курсы, которые я тоже буду обновлять в новом 2018 году. И эту супер новогоднюю баночку колы, о которой я чуть не забыл, я поднимаю за вас. Круто отметьте Новый год, и пусть у вас все будет круто. С Новым годом! Я пошел тусить. Пока.